Это наш мастер Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Угу. Вещи можете положить сюда. Ну, хорошо. Спасибо. Приятные процедуры. Спасибо. Ой, что-то какой-то стул. Как у зубного врача. Ой, можно поменяем, да? А, да, конечно, конечно. Я потом все на место. Да. Так что будем делать? А, маникюр и покрытие красным лаком. Классика? Да. Так. Ваши руки, пожалуйста. Форму и длину оставляем? А, ну, я думаю, что да. Хотя, может быть, я хотела попробовать миндаль. Наверное, длины не хватит. Да, в принципе, можно. Вообще нет, давайте, пускай будет такой нежный полукруг. Да, оставляем, в общем, и форму, и длину. Хорошо. Угу. Правую руку, пожалуйста. Угу. Единственная просьба. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы держалась как можно дольше. Да, просто мы завтра улетаем на острова. Вот, и меньше всего хочется там думать о ногтях. Мы долго думали еще, куда полететь. В результате решили на Маврикий. Такое название смешное, Маврикий. Там сейчас просто сезон спелого манго, представляете? Ой, я обожаю спелое манго, это что-то. Да, здорово. Ой, надо вам тоже отдохнуть. Так, меняем руку. Пожалуйста. Что-то я так вообще забегалась сегодня. Целый день ношусь, как угорела. Вот накупила вот всякого барахла. Да, девочки такие, конечно, как сороки. Только дай волю. Ну, просто у меня новый мужчина, хочется быть красивой. Вот я купальник, белье новое, паре. Зачем мне паре? Ой, не знаю. Да, я вас поняла. Я постараюсь сделать, чтобы лак держался как можно дольше. Руки в воду, пожалуйста. Ой, холодненькая. Поменять? Да, погорячее, пожалуйста. Да, конечно. Спасибо. Я просто боюсь болеть перед поездкой. Не передумали? Классический красный. Да. Ой, хотя вы знаете, вы сейчас достали красный. Я что-то подумала, может, как-то понежнее какой-то цвет. Лососевый или лавандовый. Или, может быть, сиреневый. Или даже нюдовый, только обнаженный. Вы думаете? Мне нравится красный. Это всегда красиво. Ну, хотя да, вы правы. Я изначально настроилась на красный, пускай будет красный. Все-таки это цвет любви, страсти. Пусть будет он. Еще представляете, завтра вылетать, а у меня начались критические дни. Ну, это как вообще? Ну, это только я могу быть такой везучей. Неприятно, конечно. Ой, извините, я задумалась о своем. Ничего, сейчас поправим. Вообще-то ужасно. Что ужасно? Лететь 12 часов. Ну, зато у вас будет спелая манго. Это да. Ой. Кажется, опять все испортил. Простите, пожалуйста. Сейчас поправим. Да просто у меня голова уже на Маврикии. Вообще, остался последний штрих. Что ты со мной сегодня? Что даже? Неуклюжесть. Аня!
Что со мной сегодня просто? Караул. Господи! Господи, я не могу это контролировать. Дочь погибла. Вам все понравилось? Да, да, спасибо. А где у вас туалет? По коридору направо. Спасибо. До свидания. До свидания.